Всем привет! Сегодня в моем видеоролике я поделюсь с вами секретным пляжем на Тенерифе. Пляж называется Диего Эрнандес. Пляж Диего Эрнандес находится на юге Тенерифе, между Эль-Пуэртито и Ла-Калетой. Пляж дикий, песок здесь светло-серого цвета, поэтому в ясную погоду днем вода в океане имеет бирюзовый отлив. Особенность этого места – красивые скалы, днем они белые, а на закате освещаются солнечным светом и отливают золотистым оттенком. Доступ к пляжу затруднительный. Есть несколько вариантов, как добраться на пляж. Первый вариант – на автомобиле. Доезжаете до тупика дороги улицы Авенида де лос Акантиладос, оставляете машину на парковке и идете по дороге вдоль ограждения поля для гольфа. Далее спуск к пляжу по тропинкам. Их там множество. Выбирайте любую, которая вам покажется наиболее доступной. Также можно добраться пешком из Ла-Калеты или Эль-Пуэртито. Самое главное – иметь удобную обувь, защитный крем от солнца и воду. Пляж Диего Эрнандес известен тем, что там много лет в пещерах и в построенных хижинах жили хиппи, а за последние годы слишком участилось пребывание обычных туристов с палатками. Поездка сюда приобрела своего рода хобби, чтобы проводить здесь несколько недель, а то и месяцы. Хотя на всем острове официально запрещен такой вид поселения. Кемпинг разрешен только в специально отведенных местах. На Тенерифе нельзя просто так разложить палатку на пляже и остаться в ней ночевать. Пляж Диего Эрнандес и его окрестности находятся в охраняемой природной зоне, имеет статус научного интереса за свою галофильную растительность и привлечение птиц. Поэтому деятельность человека нарушает этот процесс, по мнению правительства Канарских островов. Вот здесь, в этих пещерах, жили люди. Тут же они разводили костры. Этим летом, 15 июля, была проведена операция по выселению незаконного поселения и по очистке пляжа и его территории. Сегодня Диего Эрнандес принадлежит только для пляжного отдыха и находится под наблюдением местных властей. Пляж Диего Эрнандес считается нудистским пляжем. Также пляж лучше посещать во время отлива, так как когда прилив, вода подходит близко к скалам, покрывая весь песок.